Ура, первый грибочек. Красотенюшка ты моя. С почином меня. Привет всем моим друзьям и подписчикам. Сегодня я отправилась на тихую охоту. Именно за степными сморчками. Правда, погода такая дождливая, но, впрочем, у нас уже дней 10 идут дожди. Причем то ливни, то дожди, то заморозки. В общем, весна в этом году холодная, и сморчков в этом году, судя по всему, намного меньше, чем в прошлом году. Но все же что-то я там насобирала. Ну и вы все это увидите, как я собираю, какие у нас сморчки в этом году. Началась тихая охота. Не переключайтесь. Какая красотенюшка! Я в восторге! Офигенно большой! Он, конечно, староватенький уже, но, блин! Так, какая красота! Шикарный экземпляр! А рядом с ним его брат. Грибов немного, но они есть. Ой, так. Я уж-то думала, их вообще не будет в этом году. Их меньше, чем в прошлом, но... Всего же экземпляры замечательные просто. А вот петушки в этом году пропустила. Уже отцветают. Видела этот камень издали, подумала, а вдруг сморчок? А нет, камень. Но он по цвету очень похож на сморчок. Да, степные сморчки одни из самых моих любимых грибов. Вкусные, необычные, симпатичные. Ну, кстати, дождик начинается. Надеюсь, сильный не пойдет, иначе моя тихая охота завершится. Интересно, тут перекрыли реку, мини-дамбу сделали по одной. Тростник растет, по другой ивушки красивые. Такие водяные резервуары получились для нужд хозяйственных. Какой красавец, и сверху еще колючка на нем. Такой забавный. Так, сейчас мы его раскроем. Смотрите, какой экземпляр. Офигительный экземплярчик. Просто красавец. Реальный красавец. Осторожно его откручиваем. Вот такой вы шикарный экземплярчик. А рядом-то еще один замаскировался. Вот они умеют маскироваться. Прячутся и не найдешь. Вот он. Еще один красавец. Большой тоже. Вот они, два. Еще по степи растет навозник белый. Он нарос и раньше, его было много, но его я пока не рискую пробовать. Хотя почитала, что это условно съедобный гриб.
тоже можно, в принципе, есть, но пока что-то я не спешу с ним знакомиться. С той стороны реки собакены собрались и на меня гавкают. Ух, там целые три штуки. Белый, черный и рыжий. Прикольные. Малые еще. Тюрин зацвел. А тут прямо мини-водопадик. А мне нужно на ту сторону озера. Там могут быть сморчки. Сейчас пойду вот здесь. Дождь все-таки пошел, я направляюсь в сторону дома, так как я не брала ни плаща, ни зонтика. Ну, по дороге буду идти собирать грибы все-таки. Долго гуляла без грибочков. Ну, вот еще один. Опаньки. Вот он. Степные сморчки не любят высокую траву. Они любят низкую травушку, глиняные холмы каменистые. Вот там они и растут в основном. Дождик все усиливался. И мне не оставалось ничего иного, как бежать домой. Конечно, хотелось приготовить сморчки на костре где-то у хижины, но дождь зарядил основательно. Поэтому я приготовила сморчки дома. Обжарила их с луком, добавила сметаны. И получилось очень вкусное и сытное блюдо. На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. Всем пока и до новых встреч!